С пользой проводят каникулы люберецкие школьники. Дневные лагеря на базе школ открыли свои двери 1 июня. В преддверии Дня России для ребят прошли праздничные мероприятия, на которых побывала и наша съемочная группа. Танцевальный флешмоб в люберецкой школе номер 27. Ребята и педагоги, одетые в цвета российского флага, устроили настоящий праздник. Такие развлечения – не редкость в школьном лагере. Здесь ждут тематические квесты, квизы. Мы проводим игру «Jeopardy» и другие мероприятия. Для ребят эти мероприятия являются больше событиями, потому что они с удовольствием в них участвуют. У нас есть коллективная работа, индивидуальная работа, работа в отрядах. И это их очень сильно сплочает. Для школьников каждый день работают разные кружки. Рисование, вокал, спортивные секции. Режим дня расписан буквально по минутам. Мне очень нравится. Мне тоже. Тут кормят хорошо и весело. Как тебе здесь? Нравится. А что больше всего нравится? ИЗО. Почему? Потому что мы каждый день тут всякие разные картинки рисуем. Накануне Дня России ребята нарисовали флаг страны. В школе уже собралась целая коллекция рисунков и поделок, сделанных на занятиях. Не менее интересная жизнь в школьном лагере на базе Томилинской 18-й гимназии. Их день начинается с зарядки в стиле зумба. 10 минут танцев, и дети в отличном настроении. Приходят дети к 9, не спеша. У них проходит линейка, им объявляется, что будет проходить за день. И потом начинаю я их немного будить, чтобы они проснулись, потянулись, улыбнулись, зарядились на весь день. Здесь в честь Дня России для ребят подготовили игру «Форт Боярд». Дети прошли полосу препятствий, спели патриотические песни и вспомнили пословицы о родине. Скажите, чья мама самая лучшая? Моя! Моя! А страна? Моя! Как вам в лагере? Очень круто, потому что мы постоянно ходим по разным местам. Допустим, вот сегодня у нас такой мини-форт Боярд. Мы никогда не сидим на месте, и даже если мы сидим в отряде, то мы играем с вожатым. После такого плодотворного утра в каждом лагере тихий час, чтобы вечером были силы на игры и прогулку. Предусмотрен сончас, ребята спят, у них просто не остается сил, и им нужно немножечко отдохнуть. Детские лагеря на базе люберецких школ будут работать до 30 июня. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.